Задавай, короче, вопросы. Какой вчера был вопрос? Как работает бинар? Да, мне бы хотелось поподробнее рассмотреть Ну, маркетинг. смотри, мы сейчас маленькое шоу устроим. Вот я в первую линию подписываю. А, нет, мы берем, значит, мы будем ориентироваться по классике. Вот Kairos и Helix, и Questr, и даже MMM Global. Там классический маркетинг. И вот в первую линию я подписываю там Геннадия Балашова, там ГБ. Раз. В бинаре он становится влево. Потом второго я подписываю Олесь Тимофеев, ОТ. И вот, а, тут тоже надо исправлять. ГБ. Короче, эта презентация будет самая известная в интернете. Все с меня будут смеяться. Говорить, ну, чувак, вообще офигел. Вот. Значит, что происходит дальше? Дальше мы подписываем еще одного человека. Давай, чтобы Тимофееву не было скучно у меня в первой линии, мы к нему подпишем еще Нестеренко Артема, который учит всех, как надо строить сеть. Нестеренко Артем. Есть. Так, он у нас пойдет тоже вот влево. Хорошо. Кого еще? Давай еще подпишем этого Роберта Флетчера. Все-таки тоже старается строить сеть в Эркоине. Надо ему помочь параллельно тут, вот, понимаешь ли. Ну, за эстетику, конечно, я извиняюсь. Так, Роберт Флетчер, РФ. Есть он тут. Да. Вот, други мои, смотрите, чем отличается бинар. Вот в Кайросе вы будете в первую линию всех колбасить, а в Дуонпуше мы всех колбасим либо в трубопровод слева, либо в трубопровод справа. Кто у нас еще из известных легендарных личностей есть на рынке? Юха Пахьяла. О, красавица, молодец, умница. Вот я знал, что с тобой надо делать презу, потому что ты вот, ты в теме, ты подскажешь, как правильно. Так, значит, вот в классике мы его подписываем вот таким образом. А, значит, он у нас JP. Блин, как JP Morgan почти что. Значит, Юха Пархиала, вот смотри, Геннадию Балашову и Нестеренко Артему повезло, потому что к ним в трубопровод сам Юха Пархиала зашел. Представляешь, у него в Ванкойне 4 миллиона баксов. Сейчас у них там уже монеты не продаются. Короче, пассив, печалька, пассива нету. И тут он такой приходит к тебе в первую линию и падает под Балашова и Нестеренко. Хлобысь такой, третий. Так, что дальше, что дальше, что дальше? Ну, и тут такая интересная вещь. У Балашова ведь целая партия 5-10, у него 120 тысяч подписчиков. И он такой нескромненький берет, знаешь, и говорит, ребят, блин, а ну-ка давайте мы все дружно займемся Бионпушем. Это ж такая офигенная компания. И выставляет свою реферальную ссылку на своем канале. И хлобыси к нему первый прилетает. Нет, ты мне скажи, я увлекательно делаю презентацию. А вот, но ему мало, он жадный. В хорошем смысле слова, умеренная такая жадность. И он говорит, а чё, один это мало, давай ко мне. И в следующем ролике говорит, ребят, что за фигня, я рефералку повесил, а вы так медленно регистрируетесь. Вот. И второй к нему приходит. То есть обрати внимание, что для Нестеренко и этого JP Morgan, Юхи Пархиала, вот этот первый и второй, это вообще из параллельной ветки, то есть они к ним никакого отношения не имеют, но в бинаре они падают именно в этот трубопровод. Вот. И в этом, короче, вся крутизна бинара. И сегодня мы делаем просто Так, это революционную. поняла. А? А теперь интересно. Давай, спрашивай. А? Давай, давай, задавай вопрос. Так, и теперь как начисляется прибыль? Ой, слушай, класс. Вот, блин, я вот только сейчас вспомнил, о чем мы вчера говорили. И сейчас я тебе вообще все расскажу и покажу просто суперски. Значит, смотри, 13% у нас идет за первую линию. То есть вот есть ты, и ты получаешь, короче говоря, 13%. Слева я буду писать в процентах, а справа я буду писать в деньгах, и мы берем за основу штуку баксов. То есть ты заработаешь 130 долларов Угу. на
значит, с товарища активиста киевского предпринимателя. Вот, 130 баксов. Единственное, как бы я вот не до конца догоняю, будет ли понятно, вот так, что я сюда его приставил. Не, наверное, мы будем просто считать, что вот каждый человек, который заходит, вот раз, два, три, четыре, пять, да, они все тебе принесут по 130 долларов. Вот. Угу. То есть, короче, попытаемся как-то сейчас. Ну, это же импровизация, да, то есть, поэтому. Значит, 5 человек по 130 долларов. Подскажи мне, сколько это? 5 человек по 130 долларов? Да. 750? Хорошо. Так, первая линия у нас вроде 750 бы. Баксов. Ну, ты уж будь добра, это помоги мне. А то там сейчас. Все уже сидят, наверное, ржут, думают, что он там. 650. О, отлично. Видишь, я чувствовал, что надо бы проверить. Значит, за первую линию, первая линия 650 баксов. Вот все вот эти ребята зашли, короче, по штуке баксов. Вот. Что происходит дальше? Дальше происходит такая штука, что все однопартийцы и последователи Балашова, вот эти трое ребят, тоже, короче, ну давай, там я не помню, зачем это надо, но я помню, что там надо больше, чем 3. Значит, четвертый. А, слушай, слушай, я вспомнил. Четвертый. И пусть будет, наверное, еще пятый. Так. Значит, четвертый и пятый. Есть. Копируем его сюда. Вот так вот, да? И копируем его сюда. Вот, блин, вообще, ты понимаешь, вот я, вот, например, это понимал всегда, как работает бинар, а вот сейчас тебе объясняю, прям вот в режиме реального времени, да, еще и ролик пишем. И я понимаю, ну это ж просто бомба. Смотри, фактически Балашов своими трудами, вот насколько важен момент вовремя войти, да, то есть вы входите вовремя, вот как Нестеренко, Артем и Юха Пархиала, занимаете места, и под вас фактически летит вся партия 5-10. А я напомню, на YouTube-канале Балашов 120 тысяч человек подписчиков. И он пропагандирует, ну, предпринимательство и зарабатывает деньги. Вот. Поэтому это очень круто. Значит, со второй линии компания платит у нас 2%. Сейчас мы попробуем это как-то дело сюда втулить. А, вот же, вот. Вот так надо сделать. Вот так будет более понятно. Значит, 2%. Соответственно, поскольку 5 человек зашло и сделало товарооборот 5000 долларов, то 2% это сколько? $100 получается. С 5000 2% это всего лишь $100. Ну вот потому я и говорю, что я буду Ферке писать письмо на английском, что мол, давай-ка эти 15% но раскидаем по-другому. Если я не ошибусь, то... Ну ты чудо помощник. Вроде как калькулятор. 5000 умножить на 0,02, 100 баксов, все нормально. Вот, да, то есть ты, получается, заработала 650 с первой линии, с первых 5 людей, и с 5 человек по штуке баксов во второй линии ты заработала еще 100 баксов. И что получается? Что у нас товарооборот в левой ноге Так, левая нога, товарооборот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 8000 долларов. Вот. А товарооборот в правой ноге, соответственно, всего-навсего 2 штуки баксов. Из чего следует, что кроме 13% за первое поколение и 2% за второе поколение, вы получите еще $200, как 10% с меньшей ноги. Потому что, ой, не левая, правая.
Потому что в правой ноге оборот всего-навсего 2 штуки баксов. О. И поэтому здесь мы еще дописываем. Значит, бинар 200 баксов. 10%. Вот. С меньшей ноги, да? Да, с меньшей ноги. Но смотрите, какая происходит интересная штучка. Да. Может так оказаться, бабах, что к вам в первую линию. Давай какую-то вообще крутую легенду возьмем. Кто бы это мог быть? Давай возьмем этого бриллиант Хеликса какой-нибудь. Так. Значит, заходит, и мы так его и назовем. БХ. Бриллиант Хеликса. Ой, на русском. БХ. И он, короче, заходит, в отличие от всех остальных ребятишек, он заходит на пятерку зелени. Так, это классики-то? Да, на 5000 баксов он заходит. Вот прям под тебя сюда, да? И эти 5000 баксов добавляются к этим двум. Не, видишь, 5 мало. Он, короче, заходит на 10. Вот. На 10 тысяч баксов он зашел. Вот этот БХ, бриллиант Хеликса. Встал, короче говоря, он вот сюда. И теперь у тебя в этой ноге уже на самом-то деле 12 тысяч долларов. А здесь 8. Но мы берем такую картинку, что это произошло за один день. То есть вот ты зашла с утра, и к вечеру ты сколбасила вот такую картинку, так? И вот поскольку к вечеру баланс у тебя получается в левой ноге 8 тысяч, а в правой 12, и правая, как ты видишь, твоя личная нога, то в этом случае ты получишь бинарный бонус не 200 долларов, а 800. 10%, потому что левая нога будет меньше. То есть начисление бинарного бонуса, итог подводится по киевскому времени в час 30 ночи. И у меня были случаи, когда у меня в личной ноге была пятерка зелени, а в спонсорскую упала десятка, и я снял бонус, значит, с внутренней ноги я снял бонус 500 баксов. А на следующий день, поскольку деньги сокращаются, то есть пятерка сократилась из личной ноги, а из спонсорской ноги вместо 10 тысяч долларов осталось 5 тысяч долларов, потому что идет сокращение. И на следующий день ко мне в личную ногу зашло еще 8 тысяч долларов, то, соответственно, к концу дня, второго дня, значит, мне начислится бинарный бонус уже не с личной ноги, потому что там 8 тысяч, а с внутренней, со спонсорской, потому что там 5 тысяч. То есть начисление происходит по окончанию дня с меньшей ноги. Естественно, если вы раскачали структуру очень сильно, то начисление бинарного бонуса по окончанию дня может в разные дни происходить то с одной ноги, то с другой ноги. Ну, то есть это, естественно, будет ощутимо где-то, когда ежедневный товарооборот в обе ноги будет падать там по штуке, по 5 тысяч долларов, и тогда ты будешь видеть, что то сокращается с левой стороны, то сокращается с правой стороны. То есть для этого надо так серьезно поработать. Вот. Но это я выдал так, как я понимаю, а я думаю, что, наверное, у тебя могут быть еще какие-то вопросы. Не, ну, по бонусу ты мне объяснил все, я все поняла, что это Да, ты пока бинар. тогда за это вот подумай еще о каких-то вопросах, а я пользуюсь случаем. Что? А подумай пока что еще, может, какие вопросы есть насчет этой картинки, которая у тебя перед глазами. А я пока что людям напомню, что OneCoin вход 140 евро. И там, насколько я понял, пассива уже нету, его временно отключили. А в BeyondPush 20, это та компания, которую мы строим.
А в Женес, если вы заходите через Олимп24 или Знает.Инфо, это 260 евро. Аргана Голд вообще ушла с рынка, то есть даже в топ-200 сетевиков мира у них очень там печальные дела, а обороты я недавно смотрел, у них, по-моему, 150 миллионов долларов оборот или чистая прибыль за прошлый год. Ну, по сравнению с Женесом, Аргана Голд просто сильно просела, причем обе продуктовые компании, то есть китайцев и индусов в одно нажатие кнопки за 5 минут вы не подпишете, потому что еще есть понятие доставки товара, логистика, таможня и прочая фигня. Вот, в Кайросе сократили, значит, минималка входа, я не знаю, сколько там, не помню. А, не, в Кайросе 125 минималка, но там надо компьютер 10 часов в интернете держать. Как бы, ну, если вам хочется этим заниматься, хорошо. Легенда у них, что корпоративные клиенты есть, которые платят. Но я всегда говорил, что я готов сдать свой винчестер в аренду, можно я не буду покупать инструменты за 2770? Нет, нельзя, дорогой, это сетевой маркетинг. Будь добр, сначала купи инструменты, а потом мы возьмем твой хард в аренду. Вот. У них МВФская классика, такой печальный маркетинг, конечно. А в Хеликсе сократили пассив в 3 раза, то есть 6-7% в месяц пока что платят. А минимальный вход 50 евро, маркетинг Unilevel, ну тоже как бы не фонтан. Вот, в Questrove очень многие побежали за 90 евро. Амвеевский тоже маркетинг, как у Кайроса, короче, похожий очень. Вот, MMM Global, это вообще тупая финансовая пирамида, которая в Китае работает. Я не знаю, как китайцы могут заходить в MMM Global, если можно зайти в интернет и посмотреть, что в 2011 году на всем СНГ-шном пространстве и немножко за его границами она уже дважды успела лопнуть. Вот, какой смысл там строить, что-то не знаю. Вот такая вот интересная, на мой взгляд, необычная презентация. Единственное, что здесь будет моя камера, поэтому я передвину процентики вот так. Я только сейчас до этого додумался. Вот. Ну вот как бы вот так. Илон, какие у тебя еще есть вопросы? Да, вот еще вопрос по активации бинарного бонуса. Значит, для активации бинарного бонуса необходимо швырнуть одного человека влево, платного. Выглядит это вот так вот. 20 баксов сюда. Спонсорскую ногу. Да, спонсорскую ногу и одного человека швырнуть вот сюда. То есть я бы даже вот так сделал, так поставлю. Одного сюда, второго сюда. То есть без вот этого момента бинар не активируется. Значит, если у вас нету человека, то есть вы уже заработали по бинарному бонусу, предположим, 300, 400, 500 баксов оборот, и вы понимаете, что сейчас надо активировать бинар, и вам упадет 50 баксов, у вас нету терпения, в принципе, можете просто на будущее какому-то своему другу или подруге проплатить пакет 20 баксов, то есть зарегистрировать под себя в спонсорскую ногу. Ну, потому что все строят внутреннюю, и если народ прет во внутреннюю, допустим, заходят люди на 100, на 200, на 500, на 1000 баксов во внутреннюю, а у вас до сих пор не активирован бинар. Ну, впадло как-то взять и начать кидать людей в спонсорскую ногу, потому что кто-нибудь возьмет, на штуку баксов зайдет, и это вы не получите с этого как бы бинарный бонус. Поэтому всех людей обычно швыряют во внутреннюю, если бинарный бонус накопился достаточно высокий, то можно как бы оплатиться, ну, купить сам под себя пак в бинарную ногу, таким образом активировать бинар и потом этот аккаунт кому-то там отдать, или, я не знаю, или оставить кому-то из своих родственников его на будущее. Вот. А можно, в принципе, найти человека, который просто говорит, что я готов заходить на 20 баксов сегодня, и тогда вы быстренько переставляете в личном кабинете стрелочку в спонсорскую ногу, он по вашей рефералке заходит в спонсорскую, потом вы стрелочку возвращаете во внутреннюю, и все, как бы он оплачивается, у вас активируется бинарный бонус, и вы с меньшей ноги, это обычно внутренняя нога, вы будете получать ежедневный бинарный бонус, но если у вас, конечно же, ежедневные там обороты будут. Все понятно, спасибо, Сережа. Вот, 20 минут, короче, необычной презентации. Так что, други мои, нажимаем нравится, комментируем, подписываемся, там я не знаю чего. Вот, кого в Бенпуши не было, ищите, как говорится, ветра в поле. Вот, это, наверное, единственная преза, где я в конце не скажу стандартные слова. Вот, ну, в принципе, все тогда, как бы сделали то, что хотели. Я надеюсь, люди это вроде разжевали, вроде в картинках, вроде всем все должно быть понятно. Если непонятно, задавайте вопросы прямо в комментариях, чтобы помочь этому ролику подняться выше. Вот. Ну, до новых встреч, зарабатывайте.